почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Прогуляйтесь, дорогие слушатели, по книжному магазину в районе детской литературы. Вас ожидает много открытий чудных, и на какое-то время вы поверите, что современные дети живут среди демонов, ведьм, гномов и все время расследуют преступления и ищут клады. Ну и для разнообразия переносятся в иные времена Древнего Египта, Рима или на худой конец Зазеркалье. Всякие там Чуки-Гек, Незнайка и Буратино – в общем-то, позапрошлый век. Новые страсти холодят кровь. Например, серия «Тилли и книжные странники» предлагает читателям после шести несусветную историю, сочиненную Анной Джеймс «Тайная библиотека». История эта и впрямь запутанная и до конца рационально непостижимая. Героиня – юная книгоманка Тилли Пейджес, фанатка классических детских книг «Аня из зеленых мезонинов» и «Алисы в стране чудес». Она живет с милыми и ординарными бабушкой и дедушкой, потому что ее мама умерла несколько лет назад, точнее, просто исчезла. Обычно они только на первый взгляд и на первых страницах. А потом начинается иррациональное. В их книжном магазине дедушка запросто коротает время Шерлоком Холмсом, а бабушка с Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. И это полбеды, потому что саму Тилли атакует 11-летняя Аня и Алиса с безумным шляпником. Любимые героини буквально втягивают Тилли в свои книги, и это оказывается захватывающе интересно, увлекательно и очень опасно. Вместе с другом Оскаром Тилли путешествует прямо в середину пиратского приключенческого романа «Остров сокровищ» Стивенсона. А дальше становится совершенно ясно, что это не безумная фантазия, прощающаяся с детством девочки. Есть, оказывается, британская тайная библиотека, девиз которой в переводе с латыни звучит как «читать есть странствовать». Способностью странствовать по книгам, то есть оказываться внутри них, обладают очень немногие читатели. Книжные странники умеют читать глубже и сложнее остальных и переносятся в книги не только в своих фантазиях, ну и физически. Чаще всего книжные странники – это библиотекари и книготорговцы. Именно в тайной библиотеке Тилли знакомится с неприятным человеком Енохом Чоком, который спрятал в одной из изданий книги «Маленькая принцесса» мать Тилли Б. Оскар и Тилли бесстрашно освобождают бедную женщину и побеждают злобного Еноха Чока. История захватывающая и своя образное. Но, может, все же, хоть иногда, стоит прочитать или перечитать про Незнайку, Щукам и Гекам. А 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».